Привет, с тобой Теспи, и это краткий обзор обновления 3.16.2.0. Добавлена дополнительная информация о сервере перед подключением к нему, возможность менять расположение предметов в открытых стендах, возможность в настройках игры отключить или включить отображение мелких объектов, новые крайне важные настройки сервера для самых опытных и хардкорных игроков. Возможность убрать перекрестие прицела, хитмарки при попадании, баллистику, встроенную карту, как на легком режиме игры, возможность видеть никнеймы друг друга из группы на карте и просто в игре. Также добавлены манекены для одежды и подставки для трофеев. Первый манекен из дерева ID 1408, второй манекен из железа ID 1409. Деревянный манекен легко сломать, и любой может им пользоваться, а вот металлическим может пользоваться только тот, кто его поставил, либо команда, которая находится в одной группе. То же самое с подставками для трофеев. ID подставки для трофея из дерева от 1410 до 1412, ID из железа 1413. Также с этим обновлением прилетела немного оптимизация, очередная порция исправления багов на карте Россия, но появились и новые баги. Надеюсь, Нельсон их как можно скорее исправит. На этом все, если тебе понравился обзор, то ставь лайк и подписывайся на канал. Спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч.